Пение – любимое занятие многих. Оно расслабляет и успокаивает. Но не все умеют делать это правильно. О тонкостях вокального мастерства во время мастер-класса «А не спеть ли нам песню» рассказала преподаватель сольного пения, камерная певица, руководитель эстрадного детского вокального коллектива «Мелодия» Надежда Прокопьева. Наверное, некоторых из вас интересует вопрос: а у меня вообще музыкальный слух есть? Стоит ли мне петь или учиться этому? Чтобы найти на это ответ, вспомните. Слышите ли вы, чем отличаются низкие звуки от высоких? Вы различите это на слух? Вы слышите, когда кто-то поет нечисто, грязно, фальшиво? Отличаете? Значит, музыкальный слух у вас есть. Мастер-класс получился довольно насыщенным. Участники узнали о том, как устроен голосовой аппарат и как идет звукоизвлечение. Познакомились с физиологией голоса и увидели, как выглядят голосовые связки изнутри. В ходе мастер-класса выполнили вокальную разминку и разбор популярных песен. Показали, как правильно распеваться, как работать над формированием музыкальной интонации, видами вокального дыхания. Участники подробно познакомились с некоторыми приемами эстрадного вокала, такими как фрай, тванг, субтон и край. Рассказ подкреплялся видеоматериалами и практическими упражнениями. Пробуем направить дыхание вниз и расширить нижние ребра. Итогом мероприятия стало исполнение популярной песни «Батарейка», в которую постарались включить разные вокальные приемы. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что я не твой лопушок, а я не твой Андрейка, что финальным мажорным аккордом мастер-класса стали краски Холли. Напомним, что пакетик с краской бесплатно прилагался к билету. Есть 7 нот, есть 7 цветов радуги. И поэтому мы решили связать яркие цвета и музыку, объединить этих два мощных, красивых, ярких события. Мне очень понравилось. Она объясняла, Надежда Александровна объясняла все очень понятно. Мне этот мастер-класс очень понравилось. Все приемы очень понравились. Я была знакома только с некоторыми, но благодаря Надежде Александровне я познакомилась почти со всеми. Также я свою будущую жизнь хочу с этим связать. Я хочу стать певицей, и это мне очень сильно поможет. Все присутствующие получили новые знания и умения, а также зарядились хорошим настроением и положительными эмоциями. Возможно, после таких занятий у кого-то возникнет желание всерьез заняться вокалом. Елена Беляева, Александр Иванов, Ленинск ТВ.